Всем приветик. Ну, раз уж забыл, уже и по запаре, не сняв с руки, просидел так минут 10. Вот такой вот браслетик-часы. Сейчас покажу, как реагировать на воду. Как говорится, один раз просидев под водой, второй раз хуже уже не будет. Напоминаю, что они включаются от поворота на руке. Ну, что-то... Вот, зажились наконец-то. Ну, и с небольшой задержкой. Так вот, что меня прикололо, экран-то сенсорный. Точнее, кнопочка под экраном. Однако под водой это вроде как и ничего не происходит. Вот такой вот сенсор нужен, защищенный смартфончиком. Потому что, как бы я напоминаю, все нормальные смарти начинают от этого глючить. А этот вот опускаем, ерзаем, и ничего не происходит. То есть сенсор вроде как и емкостной, вот он на палец реагирует, пожалуйста. Но под водой, однако, ничего не происходит. Так, стоп, или все-таки переключился. Сейчас вернем часы. Вот, опускаем, вынимаем. А, переключается единожды, когда вода с него сбегает, и все. Но находясь под водой, он не глючит. Ну, короче, идея для производителей. Вот какой нужен емкостной тач на защищенных смартфонах. Ну, а пока замечу. Никаких модификаций, браслет как пришел, блин, или часы, не знаю, как сказать. И как выяснилось, воды не боится. Так что, еще одно видео с проверочкой на водонепроницаемость. В данный момент даже модель не помню, честно говоря. Ну ладно, когда видео выпустится, всякая модель уже будет написана. Вот такая вот проверка. И бульк. Так что, как выясняется, если вы его забыли снять, ничего с ним не случится. Аппарат как работал, так и работает. И контакты только лишний раз помоются, видимо, от грязи. Потому что, напоминаю, магнитная система зарядки. И полезно иногда отмываться от грязи. Ну, в общем, все. Всем пока. Это с вами был опять Латуха. Видео с утоплением устройства. Как всегда, в ванной. Но уж извините, на улице дубак, до моря далеко. Где могу, там и топлю. Всем пока, удачи, до связи, надеюсь на подписку.